Неприметный домик в поселке Тулунжа. Здесь живет наша следующая героиня, пенсионер и ветеран труда, которой нужно помочь с уборкой двора. Наши волонтеры уже здесь и уже приступили к работе. Убрать тяжелый шланг, сухую ботву и выдернуть сорняки из грядок для волонтеров – работа несложная. Нужно помогать. Как бы своим бабушкам, дедушкам помогаем, почему бы и другим не помочь? Любовь Константиновна за помощь очень благодарна. 22 года на службе в дежурной части МВД не прошли бесследно для здоровья женщины. Вот где же бы я открутила такое? Пользуясь случаем, я хочу просто обратиться к ветеранам, кто не знает, кому нужна помощь, обращаться к нам в администрацию, в управление по делам молодежи. Мы сразу все возьмем на заметку и окажем посильную помощь. В акции участвуют 600 добровольцев. Их распределили на 30 волонтерских групп. Работа волонтеров здесь закончена. Акция «Помоги тому, кто рядом» продолжается. И до конца октября запланировано еще более 200 подобных встреч. Оксана Тантоева, Жаргал Цириндашиев. Новости дня.